И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот посмотрел я вот такой смешной мультфильм, тут много серий про такого дурачка, именно Буратино, ну и решил его сделать. Давайте посмотрим, что получилось. Итак, вот такой вот персонаж получился. Значит так, рот у него настроен, зубы настроены, глаза. Так, вот они у него глаза. Можно ими двигать. Все нормально работает. Так, давайте посмотрим. Так. Вид такой дебилковатый. Но опять же, все косточки поднастроены. На губах стоят тоже кости, чтобы можно было все это дело вертеть, крутить, изменять, значит, эмоции, там рот перекручивать. На ушах тоже косточки стоят, если что, так чуть-чуть пошевелить. Так, на шапке тоже стоят кости. Вот можно ими руководить. Ну, можно подобавить еще вот сюда какие-то косточки, чтобы не двигалась передняя часть. Так, что еще тут у него есть? В принципе, ничего такого серьезного. Ну, под мимику лица все настроено. Значит, нос тоже может двигаться. Так, тут есть, также присутствуют веки. Веки можно настраивать уже отдельно, именно просто записать локацию их моргания и потом дублировать и вставлять покадровки в анимации. Ну, остальное можно использовать шипкеями. Выбираем, допустим, Object Mode. Выбираем нашего персонажа, добавляем вот шипкей, какой-нибудь ползунок на предел, заходим в Sculpt Mode, и тут можно его, допустим, чуть-чуть где-то что-то подтянуть, где-то ухо изменить, висок убрать, там это ухо выше, ну, чтобы соответствовал именно анимациям в этом мультфильме. Так, нос тут чуть побольше, глаз можно чуть-чуть так где-то прикрыть, этот глаз тоже чуть-чуть где-то поднатянуть. Вот. Носовую часть тут изменять можно, потом щеки чуть-чуть вдаль уводить, и вот уже будет прикольный такой дебилоид. Ну вот такой краткий обзор. Надеюсь, вы как по прошлым роликам разберетесь именно с этим персонажем, как тут все настроено. Если что-то будет непонятно, то уже пишите в ВК или в описании под роликом. Что-нибудь тут добавим, что-то тут изменим. Ну вот такой вот индивид. Все, всем пока, до свидания.